Да ты что здесь делаешь? Да во все ты вмешиваешься, как и твоя Катерина. Я, дядька Таран, помочь вам пришел. Помощник нашелся. Еще молоко на губах, механизатор. Да я умею, дядька Таран. Это не твоего ума дело. Иди на поле, там и поможешь. Вот окончишь институт, получишь диплом, а тогда, возможно, мы тебя и допустим к этой технике. Это будет, когда я на пенсию уйду. Правильно. Уважаемые женщины, с этой минуты, с вашей тяжелой ручной работой, навсегда покончено. Машина, она во многом поможет вам. Ключ. 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 Дядька Таран, там такая кнопка есть, на кнопку нажмите. Да отойди, механизатор. Без тебя знаю. Сказал Таран, что женщинам теперь отставку дадут. Твоими устами только мед пить. Говорила Настя, как удастся. Да не так, не так. Поставьте на нейтральную. Им делать, а? Уважаемые женщины, механизация это дело серьезное. Тут так сразу нельзя. Правильно. Пока идите, поработайте. Идите, а мы ей идите. Тут толк дадим. Слыхали? Да. Идите на поле. Эх ты, горе механизатор, на все село позорил. Ой, не говори. У нас этой техники столько накупили, а все равно толку никакого. У соседей, рядом с нами. Все машины обрабатывают. Да потому что хозяин техники нужен, а не пьяница. Ой, распустили мы своих мужиков. Ох, и распустили. Столько денег. Это не машина, а какая-то кибернетика. Скоро будут присылать такую технику, что сам конструктор не заведет. А может, она на сухую не заводится? Где инструкция? Вот. Докопаемся до истины. Не каждый же день иномарку присылают. Поди, разберись, что к чему. Нет! Точно? Ну, говорю, нет! Ты там был? Был. А там? Был. А там был? Был. На, поищи эту деталь. Ох, Николай, Николай. И у меня нет. Ну, видишь, чего она не заводится? Детали не найдут. Тут есть, а там где их искать? Ну, нет. Техника, техника. А живые люди зачем? Энтузиазм. А где неуправка, мы женщин подожмем. Женщины любую технику заменят. Женщина такая техника, что ни тебе амортизации, ни запасных частей, ни капитального ремонта не требует. Их надо немедленно переключить на повышенные скорости.